13-й открытый турнир по карате имени дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта Виктора Горбатко провели в Люберцах. Подробности у нашего корреспондента. Среди участников разных возрастов не только юноши, но и девушки. Показательные выступления. Двое нападают на Снежану Пичурину. Пример того, для чего нужно карате. Смысл в том, чтобы двое атаковали, а один защищался и контратаковал. В чем карате может помочь? В том, что в самообороне. То, что если, например, на тебя там нападут, то ты можешь легко там защититься. Люберцы на турнире представляют 50 каратистов. Всего в спортивных школах округа японским видом спорта занимаются 500 человек. У нас, по сути, представлены почти все олимпийские виды спорта, самые разные федерации. И понятно, что один из основных видов, который принимает участие сотни спортсменов, юношей и девушек, это карате. Начали турнир участники в категории до 30 килограммов. Эмоции каратисты не скрывают. До оглашения результатов спортсмены уже поняли, как прошел бой. Мы хорошо выступили, но да. Судьи нечестные. Да. А я считаю честными, наоборот. Не. Кто делает хорошо, они почему-то за других поднимают флажки. В спортивном зале «Триумфа» собрались команды со всех уголков России, Донецкой области и Армении. Айтадж Чирагова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.